Вот такие, ребят, цены на бензин у нас нынче. Поэтому я и езжу на велосипеде. Ох, какой шампиньон. Ребята, смотрите. А вот и первые красавчики. Лисички-сестрички. Идите сюда, лисички-сестрички. Вот тут их несколько штучек только. Ничего, сейчас маленько походим еще. Во. Вот еще одна парочка лисичек. Что-то не густо, ребята, нынче. В этот раз у меня не густо что-то с лисичками. Я думаю, больше будет. Ну, еще не вечер. Найдем еще свою полянку. Что-то это какая-то уже водянистая пошла. А вот еще одна маленькая лисичка. Еще семеечка. Такая вот молоденьких. Ух ты, это прям вообще какая-то большая. Пушистая. Смотрите, друзья, какая лисичка. Прям вообще запуталась. Ого, смотрите, какая. Одна такая, друзья. Здоровая, здоровая. Прелисичка. Я даже не видал таких еще. О. А тут вот еще притаилась. Еще одна красавица. Вот такая. А там вон еще притаились. Ох, попрятались от меня, а. Все равно найду. Можете не прятаться. Вот. Прям вообще запутались в траве. Водянистые. Ну ничего, съедобные. Главное, что съедобные. А что водянистые, это какие-то больные, что ли. Смотрите, какие. Вот, вот. Тут вообще молоденький. Ага. Я думал, ничего не будет, а нет. Смотрите, друзья. Грибы-то есть. А грибы-то есть. Только от меня пытаются спрятаться. Но ничего, я их найду. Никуда от меня не спрячутся. Во, друзья. Не зря я тут. Чувствую, грибы есть. Еще надо походить.
Лисички по одному, по одной не растут. Они кучами растут. Если одна куча есть, значит где-то еще рядом еще есть куча. Так что сейчас будем ходить смотреть. В оба глаза, друзья, будем смотреть. Даже на пеньках растут. Вот такие красавцы. Смотрите, друзья, какие. А это еще кто такие? Ого, боровички, друзья. Смотрите, какие подберезовики. Боровички. Смотрите, какие хорошие, хорошие. Вот еще молоденькие. Я уже думал, они отошли. А они появились опять по второму разу, что ли, пошли. А это что-то похоже, как на оленьи рожки, что ли. Но я не знаю, что это за грибы. Друзья, кто знает, напишите в комментариях. Съедобно это, несъедобно. Что-то какие-то водянистые. Ну, не знаю, вроде как оленьи рожки. Да, если кто знает, говорю еще раз. Скажите в комментариях. Вон где даже под выворотнем грибы растут, смотрите, друзья. Бычки. Ну их солят. Ладно, я их не буду брать. Эй, кто тут? Ничего себе, дядька какое дупло выдолбил. Кто там? Никого нету. А вот и кульбик. А я не буду брать, мы уже насолили их много. Кульбиков да груздей понасолили уже. Вот такие вот красавчики. Зимой будем кушать с картошечкой. Да когда же уже трава-то это ляжет, чтоб можно было ходить нормально у нас по лесу. А, только осенью, наверное, поздней осенью начнет падать. А то ходить невозможно. Ноги путаются. Ну вот, ребят, только поднялся и сразу на лисичку вышел. Сразу прям уткнулся в такую, в красавицу, в рыженькую. Лисички, сестрички, не спрячетесь, я говорю, найду вас везде. Вот таких. А у нас еще и кислица в лесу висит. Я думал, она уже осыпалась. Сибирские витаминчики. Опа, смотрите, что нашел. Тут рябчика, походу, сожрали. Соболь, наверное. Растребушил всего. Весь пень в этих перьях. Да. Не улетел, бедолага. Ох, вроде прошел-то маленько. А как-то я подустал. Ноги подустали. Отдохнуть надо. Чайку выпить горяченького. Так, а где у меня чай? А, вот он. Помню, брал с собой чай. Да, по нашим буреломам сильно не походишь. Ноги быстро сдуваются. Аж запыхался маленько. Тайга есть тайга, ребята. С ней шутить нельзя. С нашим лесом. Сейчас шел вон ветер, ветер дует, и прям палки валятся. Сушину ломает. И прям вовремя я только вперед, наверное, метров 5 прошел. И сзади меня дыш-дыш, слышу, что-то падает. Я думаю, во, блин, в рубашке что ли родился.
А так бы еще маленько и зацепило бы. Осина. Сухая осина падала. Ладно, сейчас пью чай. Да, проеду маленько дальше. Сосничок. Посмотрю, может и раз уже лисички по второму разу есть, то и может и маслята есть. Маслят маленько наберу. На жарешку-то. Со сметаночкой-то. Ух, с картошечкой. Милое дело. Хорошо сидеть, а идти, друзья, надо. Надо ехать дальше. Проехаться по сосничку, по сосновому бору. Может, там что есть, маслята какие-нибудь, подберезовики, маховички, лисички, друзья. Так что, ладно, едем дальше. Ехал сдалека, увидел, смотрите, что. Какой красивый. Оба. Вот такой вот. Подберезовик один. А вот здесь вот маленький второй растет. Молодой, беленький. Смотрите, какой, друзья, красавец. Так, один. Весь в червях. Я его брать не буду. А вот этот возьму. Маленький. У нас вон рябчики свистят уже. Нынче, значит, рябчиков много будет. А вот и первый масленок, ребята. Смотрите, какой желтенький. Опа. Он насвистывает один рябчик. Вон какой масленок. Эх, скользкий, зараза. Вон какие. Вот она, дружная семейка, маслят. Опа! Красивые красавцы. Самые нежные грибы, друзья, маслята. Самые вкусные. Особенно жареные, маринованные маслята вкусные. Но я люблю маринованные больше. Ну и с картошечкой, конечно, жареные тоже вкусные. Таких тут, друзья, много маслят-то. Не зря приехал я в сосничок, в сосновый бор. Вон какие желтенькие. Вот еще растет. Так что сегодня грибалка у нас настоящая сибирская. Дары Сибири. О, какие, друзья. Настоящий сосновый масленок. Ой, сколько пропадает их, ужас. Пропадает очень много, друзья. Вон уже пропавший. Вот пропавший. Смотрите, сколько было маслят. Все пропали. Надо было чуть-чуть раньше приезжать. Вот пропал тоже масленок. О-о-о. Все червивые, вот червивые валяются. Так, а вот и эти, друзья, еловые маслята. У нас они тоже, кстати, ценятся. Они вот такие, а у них шляпка, ой, под шляпкой там такой мех. Но он не желтый, а вот такой же, маленько как с красна. Чуть-чуть. Вот, у нас они тоже очень ценятся, они вкусные. Но они держатся дольше, чем сосновые маслята. Вот. Так что сегодня чувствую, наберу я их. Этих маслят. Вон, они прям мелкие. Видите, какие? Чуть-чуть не затоптал. Это еловые маслята у нас называются. Вот тоже. Видите, какие? Вот стоит. У них ножка тоненькая, а сами они такие мясистые. Пышные такие вот. И ножка желтенькая.
такой добротный масленок. Еще даже не в этом, смотрите. О, какой. Еще в своей, в пленке. Но эту пленочку надо снимать. Вот так. Видите? А там потом такой желтенький становится. Вот такой вот чистенький. Без единого червячка. Что-то тут какие-то мясистые маслята-то. Что-то я даже такие впервые вижу. И они, главное, все, смотрите, вот в этой пленке. Под пленочкой. Я даже такие не встречал. Маслята-то. Какое-то особенное место, что ли. Он прям сопливый такой. Сбрасывает пленку. Ой. Интересные маслята здесь. Сегодня прям какой-то грибной рай у меня. Вон, видите, как очищается, сам уже стоит, когда. И вот эта пленочка. О, вообще старый. Желтый-желтый. Не знаю, камера не передает, наверное. Видите, какой желтый был. Большой масленок. Ну, уже все старый. Водянистый. С него ж вода бежит. Ого, смотрите, друзья, какая муравьиная куча большая. О, бедолаги, сколько же вы ее складывали-то? Такую кучу. Как вас тут медведь еще не растребушил? Ничего себе. Большая, да, друзья, смотрите. Вот это находка. Она, главное, спрятана тут промеж двух пихт и там кустарничек. На южной стороне, главное. И вот так вот они живут.